почав з дитинства насправді. Народився, закричав, далі да, народився, народився і заспівав. Ну, так мені кажуть мої батьки, насправді. Як батьки реагують на те, що ти робиш? Вообще, вот, когда я родился, в 4 года я начал петь, меня отдали в детскую студию, потом благополучно я пошел в музыкальную школу, и так, собственно, и понял, что музыка — это то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. Родители в целом поддерживали, они просто не вмешивались, я скажу так. Они не то, что поддерживали или не поддерживали, они просто не вмешивались, они понимали прекрасно, что у меня получается петь, что мне получается это довольно-таки неплохо. Плохо, поэтому, ну, они были рады этому, что у меня есть какое-то увлечение, и что я не дерусь где-то за гаражами, вот так. Потом я пошел в музыкальную школу, благополучно ее окончил по классу эстрадного вокала. Ну и когда переехал в Киев с мечтой, собственно, покорить на столицу, да, я столкнулся с определенными трудностями, да, не так легко все оказалось. Ну, я думаю, ты не один. В этой жизни. Ну да, да, я почему-то думал, наверное... Возможно, многие так думают, что... Ну, я думал, что я какой-то особенный. Вот я сейчас приеду, и все в меня влюбятся и скажут: «Артем, мы хотим тебя видеть и тут, и здесь». И все продюсеры придут и скажут: «Мы тебя так раскрутим, что тебя аж, простите, ну, станет нехорошо». Я тебе скажу, 90% киян, які народилися тут, так думают. Но, к сожалению, так не оказалось по факту. Пришлось работать. А в Киеве, на самом деле, я не очень в последнее время как-то люблю места, ну, большие, где скапливается большое количество людей. Вот, наверное, с того момента, как я начал писать песни, я больше полюбил быть или в одиночестве, или с близкими людьми. Только так, и мне не хочется видеть других людей. Я всегда сейчас, если даже в центре, я ищу какие-то места, где как минимум людей. Вот хочется какого-то умиротворения, уединения. Поэтому даже если это центр, даже якщо це Хрещатик та Майдан, це якийсь куточок в Майдані, це або Хрещатику, де небагато людей. Так і є? Отак. Так і є. Так, є такі місця? А, є! Так і є. Є такі місця, так. Я, якщо що, ну, покажу. Позначиш на карті, ми там зберемося. Добре, добре, домовились. Гуру просто клипмейкерство вообще, я считаю, это просто на данный момент это лучший режиссер, которого я знаю, это Леонид Колосовский, безусловно. Ну, не хочу обидеть там Алана Бадоева, да, он тоже крут, но сейчас, я считаю, даже если посудить по новому клипу Дорей Чебачев, «Ленинград и Иисус», я считаю, что это шедеврально просто. Это просто очень круто, это просто очень интересно. Для меня является вот одним из важных факторов, да, ну вот вообще просмотр видеоклипа, когда ты не можешь оторвать глаз, и когда ты дивишься, и уже 10 хвилин клипу прошло, а ты все дивишься, и тебе так цікаво. Вот, ну, а когда снимают клип, и ты хочешь выключить его, какая бы ни крутая ни была песня, и ты хочешь выключить ее через 30 секунд, ну, это показатель того, что клип не зацікавив. Называться она будет «Она смотрит мои истории». Сочинил ее, кстати, год назад, где-то примерно, не, в августе того года. Просто про девушку, которая, с которой мы уже расстались давно, но она до сих пор продолжает смотреть мои истории. Да, в этом суть, да. Я работаю с одним очень интересным аранжировщиком. Зовут его Сергей Криста. Очень крутой профессионал своего дела, настоящий. Он написал мне крутую аранжировку на этот трек, и я думаю, что он взорвет. Вот так. Ну и надеюсь, что мы его презентуем также в эфире Радио Киев FM. Увесково проходит.